Казахстанские фильмы продолжают покорять зарубежье, как ближнее, так и дальнее. На этот раз в путешествие отправились сразу две картины – это «Аманат» и «Кунанбай». Покажут их в рамках самого большого исламского фестиваля на Балканах под названием «Минар» в Софии. Состоится это мероприятие с 12 по 29 января. Казахстанские ленты будут представлены в программе «Фокус». Напомним, историческая лента «Аманат» посвящена судьбе видного ученого, первого историка Казахстана Ермухана Бекмаханова. Прокат творения Сатвалда Нарымбетова вышло в мае прошлого года. А вот «Кунанбай», который, как вы поняли, показывает жизнь великого казахского мыслителя Абая, зрителям был представлен в декабре 2015-го. Оба фильма уже получили множество престижных наград.